мешает, что-то мусор. Друзья, всем доброго утра, всем привет. Вы на канале Сельчанка в Америке. Кто-то пишет только что. А вы хоть поспать успеваете? Да, друзья, успеваем. Отдохнули. Трактористы стоят. Грузов нету. Едем уже мы. Снова едем в город. Загрузили еще машину. Сейчас едем в Майер покупать, докупать все, что необходимо. Зелень, чтобы свежая была, редиска, укропчик, все такое. Затем завозим, отвозим его все в место, где будет свадьба. На кухню. На кухню. И американская церковь. После этого едем, потому что есть такие вещи, которые мне нужно в холодильник поставить. После этого едем в Костко, забираем 2 кейса мяса, биф, которые мы заказали в понедельник, чтобы было готовое. И едем после этого в аэропорт. Прилетает Света в 11 часов, которая будет, отвечает за сладкое, она будет его там расставлять, все такое. Это ее работа, очень она красиво все делает. Я страничку нужно будет прикрепить ее в Инстаграме, друзья. Она ездит по всем штатам, так что можете заказывать. Хотя она говорит, что всегда забита. Просто люди есть даже, что делают свадьбу, говорит, в среду, в понедельник. Вау. Столько у нее заказов, да. Она вообще говорит, ну, очень-очень занята. Да, всякие мероприятия она делает, день рождения. Кто придумал там субботу? Раньше воскресенье делали. Сейчас когда сказали, хочешь, тогда делать, да. Для этого нет определенного дня. Всегда можно. Да, в любой день, да. В любой день, да. И в 12 часов прилетает Света, которая будет делать суши. Суши-роллы. Ой, Оля. Оля уже. Да. Света это над сладким, а Оля это над суши-роллы. То, что ты показывала, рассказывала. Да, да, кто да. Хочет научиться делать суши профессионально. Да, она делает, учит. Так что тоже страничку мы ее отметим. У них есть в обоих Инстаграм. Погода у нас сегодня какая? 48. Холодно. Холодно, я да. В куртке. С утра было солнышко. Так, сейчас 9:30 утра. Вчера мы проснулись в 7. Хоть дождь и шел, но было тепло. Да. То мчимся. И после этого заберем их, поедем уже готовить их, или в гостиницу отвезем, и с собой туда возьмем. Но это уже мы все решим, как и что делать. Потом других надо... А, там, за... да, это уже твои. Вот те люди, которых, кто смотрит, мы вызывали, семья, 6 человек, пробовали вызвать сюда, в Америку. Они из Хмельницкого, с Хмельницкой области Украина, мне кажется, с Хмельницкого, то уже они вылетели, они уже в дороге, друзья, к нам в Мичиган на свадьбу. Эта семья специализируется по ведению свадьб. Они постоянно на гастролях, они всегда, короче, и я когда-то попал на свадьбу, где они вели ее. И они пели, вот это тамада, вот это вся программа эта. Я потом, кто будет желающий, я дам контакты. Просто это реальные такие, ну, даже нереальные. Просто я, когда просто попал, я просто даже не верил, что я попал. Потому что я их песни слушал на дисках, на кассетах. И тут я попал на свадьбу, где они это все вживую делают. Все полностью, это круто было вообще. Я их нашел по интернету. И, в общем, договорились мы с ними. Они были еще там. Ну, в общем, это целая история. Целая история. И сегодня, я думаю, что уже мы... Когда ты расскажешь, когда будешь с собаками идти в лесу. Да, когда-то я расскажу вам, как это все получилось. Но желающим, у кого будет свадьба... Вот, в Америке, они да, уже в Америке. В Америке, они уже никуда не поедут. То просто обращайтесь, и они всегда готовы. Это их работа. Это не просто, что я тракторист, а после работы я могу вам там тамада там быть или кто там. Нет, они специализируются. Это их работа. Они профессионалы.
Талант, да. Они поют, они ведут, они, короче, все, играют. Музыкант, оркестр, все. Саксофоны, гитары, все. Фонограммы. Они крутые. Так что, друзья. Вот. У кого будет свадьба в Америке, прилетят в любой штат. Да. Покупайте билеты, жилье, и они отправятся и проведут вам свадьбу. С такой программой, что, ну, просто... Он мне как сказал, вот у нас здесь свадьбы всегда, сколько там, 3 часа максимум, да? Обед, именно свадебный уже обед. Угу, без бракосочетания. Без бракосочетания проходит, например. Ну, у нас. Не учитывая, бракосочетание есть, а он не учитывает, ну, то, да, время. А они говорят, это мало, надо, чтобы было часов 6, чтобы их программа как раз была нормальная. Вы поняли, как круто будет? То есть, скучно вам не будет там, поверьте. Так, заехать на заправку? Да, 3:33. Сюда мы поднимем? Да. А потом выскочим, да? Угу. Ну ладно, так и быть. Полицейский. Говорят, что в нашем штате тоже уже нельзя, и когда едешь, быть на телефоне. Ну, я же не за рулем сейчас, то... Раньше разрешалось в нашем штате? Я работаю. Я на работе, да? А сейчас уже говорят, что дают штрафы. Нельзя. Так, а с какой стороны здесь бак? Ты не помнишь? Там стрелочка, посмотри. Еще подкачиваем колеса, потому что Гена увидел. Говорит, нужно подкачать. То на заправке, друзья, бесплатно. На каждой заправке бесплатно, да? Или есть что платить? Бесплатно все. Но на каждой заправке есть такие. Ну, тут бесплатно. Возле Костка тоже бесплатно, да? Я не знаю. Я там не был. Или там платить, не помню. Ну, там тоже есть. Круто. Ну, подъехал себе и все. Подъехал, накачал. Угу. Положил. Оно само выключится. Насчет фруктов, друзья. Кто-то написал, Наташа, а фрукты? Фрукты будут, смотрите. Ой, смотрите, слушайте, как. Не будет так, чтобы там нарезанные были кусками в вазах дыни, арбузы, кавуны, как я говорю. Не будет так, мы так решили. Мы это А что, не будет вообще? Я сейчас расскажу. Сейчас. Как будет соглашовывали или... Согласовывали. Да, сюда, здесь нельзя выезжать, туда едь. Да. Согласовывали с той девочкой, которая отвечает за сцену, и там она, ну, это все тоже. Будет, у нас будет отдельный стол, где будет мясная нарезка. Мясная нарезка будет, привезет сваха Оля с русского магазина, и сыр вкусный, и колбасы вкусные. И так оно сейчас делается, красиво, модно и вкусно. Мясная нарезка будет на одном столе, так красиво там все будет, и будет, там будут... Ой-ой-ой. Виноград, клубника, голубика и малина. Оно все будет между колбасой, между мясом, между сыром. Оно так пасует, так оно идет. Вот так. А не будет таких именно отдельных, что там, чтобы по рукам текло, по коврам капало там, пачкало, то нет, отдельного не будет. Ну, как мы захотели, так будет много сладкого, все. А когда берешь себе сразу колбасочку, это будет пока идти к столу и набирать себе еду, люди, те еще фотографируются, другие уже пришли и сели за столы, где хочешь, там и садишься. Кондиционер включился, ты представляешь? Холодина такая. И пока это такая, кто туда, то туда, то можно подойти к тому столу и взять себе на тарелочку этой нарезки мясной. Вот так. Перед тем, ну, можно так бы перекусить, знаете, то сразу там будут и эти фруктики. Вот так. Кому нужны те нарезаны? Может нарезать бананы кусочками или апельсины. Я еще спрошу, может быть, апельсины купить, там разрезать, но оно будет вытекать, будет сок там или... Ну, это еще нужно решить. Спросим. Что едем дальше. Все, купили зеленушки, купили редиски, все купили. Здесь в этом магазине большой выбор зелени такой.
капусты взяла для украшения, всякие такие кучерявые, красивые. А колбасы еще на салат мясной взяли $99. Так что едем дальше. Все, друзья, приехали мы, выгружаемся и летим в аэропорт. Все наши стафы. И вот эту машинку взяла, чтобы нарезать колбасу. Смотрите, какие здесь цветочки красивые цветут. И что мне очень нравится, вот эта гусыня. Гусенька такая железная она. Она не портится никогда зимой и летом. Красотка. И вот еще одна. Вот уже пришли, друзья, заказ на цветы. Смотрите, какая красота. А эти в таких сеточках. Вот Гена носит, а я цветы смотрю. И там такой цвет. Такой цвет у дружек будет платья будут. Так, тюльпанчики. Там еще морозилки есть, потому что вот там дверь и большая морозилка, там тоже цветы. Некоторые... Ой, холодильник такой. И вот еще тоже цветы. Все, мчимся мы в аэропорт. Завезли, все поставили. Что в морозилку, что так, что в холодильник. Уже 10:45, а прилет в 11. Уже, может быть, и прилетел, потому что бывает и раньше прилетает, бывает опаздывает. По-разному, не узнаешь и не угадаешь. А группа прилетает в другой город, 2 часа от нас. Их нужно поехать будет забрать, то поедет Давид и их привезет. Ну, это будет и сколько? В 2 часа они, да? В 3 часа они прилетают дня сегодня. Так, кажется, еще самолета нету. Надеюсь, что мы успели, потому что бывает раньше. Хорошо еще, что в нашем городе есть аэропорт. Возле Костка рядышком, друзья. А чисто, как всегда. Кажется, что это пятна, а это сверху лампочки светят. Многих мы здесь встречали, ждали. Так, ждут еще. Я ж снимаю. Я прочитала все, что хотела. А что, ты знаешь, что ты читаешь? А я сейчас, что ты называешь гей?
Я положу, я положу. Иду, друзья, ищу девушек наших. Они... Ну, я очень рад, что приехали такие веселые люди, которые на позитиве. А то моя Наташа уже подуныла такая. А я вижу, она... Они ее сейчас развеселят. Ну, это классно. Очень я рад. С этими людьми первый раз я встретился. Познакомились. Очень хорошие, позитивные люди. Первый раз в Костко, друзья. В легендарном Костко, где все говорят, хорошие Костко. Цены. Они там решают, беседуют, все для суши. Это Оля, которая делает суши. Вот это она, друзья, такие обалденные суши делает. Это просто все сама придумывает, там всякие соусы, всякие специи, все, что просто. А вот это в царском таком, не знаю, полушубок такой или накидка такая, а то она, у нее бизнес, она занимается украшением на свадьбах. Тоже познакомились через YouTube. Это просто удивительно, друзья. Что человек бросил, она, ей даже некогда дыхнуть, побыть дома. Она с одной свадьбы на другую, даже люди, представьте, заказывают свадьбы, другие дни, понедельник, вторник, среда. Вау. Сейчас им вынесут такой блок мяса, дешевле заказываешь его здесь и уже сам там разрезаешь его. В общем, можно делать заказ. Заранее им сказать, и они вынесут тебе, сколько тебе там надо ящиков. Это тоже круто, что так можно в магазине. Thank you.
типа. Вот. Все, загрузились. Сегодня, друзья, я буду вашими глазами показывать вам этих женщин, хозяек, профессионалов, каждая в своем деле. Но признаюсь, стрессовое состояние и сна нет. Ну, в общем, что-то происходит. За все это переживаешь, чтобы все заехали, приехали, все прошло хорошо. Давид сейчас поехал встречать людей. 2 часа дороги. Они все решают. Мед поставим, там ти що? Так, друзья, можете привет передать своїм там. Смотрите на своїх прекрасних жінкам нашим, да, передаємо пламенний привіт в ефірі. В прямому эфире, да. Сельчанки. Мы тут уже в Костко. Мы уже, друзья, мы в Костко. Вот взяли клубнику, взяли, что взяли, нагрузили полную тачку. Так что... Блогером. Тоже. Я и блогер тут все далеко. Так девчата скупляются. Вот мы приехали уже в Майер и уже с Майера, так что. Что, будете фоткаться? Да, мы хотим сфоткаться, мы наши фотки. Давай пошли за туда. Ну так, маленько, быстренько. Я хожу. Да. Давай берем Наташку на эту, на середилочку. Раз, два, три.
Раз, два, три. Короче, я делаю их, выберите себе. Все, немерено. Лида, привет. Комусь телефон звонит? Не забывайте Дональдсе. Друзья, всем привет опять. Короче, я покажу вам места, где будут спать, ночевать, где будут наши гости, которых мы пригласили, которые сами приехали к нам, вот эти девчонки, которые с Наташей сегодня целое утро. Я хочу вам показать эту гостиницу. Не пятизвездочная, но они тут только будут ночевать. Только ночевать. Значит, группа – это семья, которые будут отвечать за музыку, тамада и всякое. В общем, их 6 человек. В общем, 4 хлопца и отец и мать. То это комната для родителей. Я снял. Такая комнатка. Пахнет свежо, хорошо. Вот так, когда заходишь. Вот. Они отдельно, никто с ними не будет. Здесь ванная. Сейчас включу. Та-дам! Вот такое. Здесь такая треугольная ванна. Да. Вот так. Полотенце. Все здесь. Они будут отдельно. Они говорили, чтобы им лучше, чтобы вот так в гостинице, чем у людей. Знаете, я тоже не люблю у людей. Самое хорошо, когда ты сам по себе. Пусть оно не такое там богатое выглядит, но гостиница очень чистая, номера чистые, и все, что я так говорю, потому что, поверьте, я был вообще в таких, что вот так, такая комнатка. Ну, тут они только будут, это же не приехали люди на отдых, они просто здесь переночуют и все, чтобы не ездить ни у кого-то там по домам, знаете, себя чувствуешь так нехорошо. В общем, вот так. Это одна комната. Сейчас мы пойдем, друзья, я покажу, где будут хлопцы. Так, выключим свет. Так, идем. Так. Хлопаки. Это у нас, друзья, комната для пацанов. Та-дам! Тоже будут только ночевать здесь. Их четверо. Голос на двери закрылись. Тоже такая, только длиннее и кровати такие. Они братья. То есть нормально, как раз по два здесь. Ну, я так брал, чтобы... Думаю, что это нормально. Вот так. Вот такие комнатушки. А тут двери, ты можешь вместе еще одна комната брать. Так бывает, знаете, даже на круизных лайнерах. И классно тем, вот, друзья, мы даже были в дорожьих гостиницах, вытяжек вот этих нету, вентиляции воздуха, движения. Вот богатая гостиница, все классно, там плитка такая, знаете, а вот вытяжки нет. Ну, вы понимаете, про что я, ну, это ж туалет сразу, да? Ну, в общем, вот так. А тут есть. И гудит она независимо, наверное. Она работает всегда. То есть это очень хорошо. Помылся, пара вся выходит. И все остальное.
Вот так. Так, это для одной семьи. Это для ребят. Сейчас покажу, где будут наши девчонки жить. Так, выключаем, выходим. И у них 24 номер. Представляете? Круто. Опа-на. Пожалуйста. А им тоже. Классно так получилось. Каждому своя кровать. Ну разве не круто? Супер. Да. Так что, друзья, тут люди только будут... Так, все такая самая. Тут люди только будут ночевать. Потому что... Я считаю, что это очень классно. Очень классное жилье. Чтобы переночевать, ты никому не мешаешь, никто тебе не мешает. Это просто бомба. Что еще надо? У нас, например, вы знаете, у нас там мало места. Да нету, если бы было. И то некоторые люди лучше предпочитают гостиницы. Так что вот так. Все, погнал я. Я уже ключи взял. Сейчас уже Давид приедет, привезет ребят. Группу нашу, что я так говорю, музыкальная группа. И все. Так что, друзья, всем спасибо. Переживаем, конечно, чтобы все прошло хорошо. Заснять можно Катрусю. Катруся здесь делает эклеры. Там на кухне уже... Ой, что ж, уже обварили капусту. И нарезали капусту. Доканчивают капусту. Делается уже колбаса. Начиняется колбаса. Я сейчас буду чистить эту морковь, потому что она не очень хорошо, видите, здесь такое немножко есть. И буду ее уже чапать вот этой штучкой своей на салат. Уже можно подготавливать. Так, Гена поехал сделать чекин гостиницам для гостей. А Давид уже подъезжает с группой. Заедет, завезет их в ресторан, сразу чтобы там поели. Так, друзья, уже у нас 7 вечера, без 15, 7, уже хозяйки разошлись, то немножко вам засниму. Девочки идут, девочки будут украшать зал. Ксана заметает уже. Я разогреваю шоколад. Катруся ложку забрала. Сделали. Что сделали? Вот это все будет украшаться. Катрусь, мне ложка нужна, пожалуйста. Девочки мои здесь, красотки мои. Сейчас я... Да, девочки на месте. Скучайте, мужья, скучайте, они со мной. Так, друзья, мы уже уезжаем домой. Молодые ребята здесь остаются и будут украшать. У меня еще дома торт нужно делать. Так, вот я хочу, чтобы там было... Сладкий стол. Светочка, она украсит все очень красиво. Можно еще доставить? Здесь уже будут, наверное, здесь будет проход. Ну, это на 200 человек, вот столько они столов поставили. Там будут сидеть молодые. Вот так они расставляют тарелки. Наверх еще идет прозрачная стеклянная. И стаканчики. И еще... Будут накрывать стульчики. Все, Катруся, еди, отдыхай. Наша Катруся уже без гипса, слава богу. Так что мы едем. Ксана наша тоже хозяюшка, помогает. Так что всем, друзья, спасибо и пока. Ген, поехали. Так, ребята разгружают стульчики. Привезли 130. Катруся немножко кульгает. Дождик у нас 130. А ну, так, Ген, вот это возьми. А, я уже иду садиться, да? А нужно 200, то еще раз поедут и возьмут. Потеплело. Так, мы едем домой. Пороться, друзья, наших курочек, гусочек. Нужно срочно, еще список добавился. Нужно купить
фольговые миски и все такое. Так, что сегодня сделали? Колбаса готовая. Ну, уже только осталось испечь ее. Листья готовые. На салат уже отдельно порезали морковь, колбасу. Так. Ребрышки заправлены. Мясо, биф заправлено. Уже оно маринуется. Так. И сладкое там все. Катруся свои эти эклеры, чизкейки делала. Все, ребята, пока. Мы едем, а вы работаете. Мы свою работу, а не свою. Молодежь работает. Да, молодежь украшает там. Там есть главная, которая им говорит, что делать, и все. Мы едем домой. Травка уже позеленела. Мы едем, едем, едем. Всем, друзья, вам спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Инесса поехала, да?